Добрый день! Вы на канале Хобби МК, и сегодня я хочу предложить вам связать вот такую вот смешную толстую коровку по описанию из японского журнала. Вязала я остатками неопознанного акрила, я не знаю, что это за ниточка, они довольно толстые, поэтому использовала крючок 1,75 мм. Вы должны помнить, что от толщины ниток зависит размер игрушки, которая у вас получится, расход пряжи и размер крючка, номер крючка, который вы будете использовать для достижения вот такой вот хорошей плотности вязания. Еще напоминаю, что вы можете не только слушать, но и подключить русскоязычные субтитры. В них я даю построчно описание рядов. Также мы все с вами вяжем с разной скоростью. Для удобства все повторяющиеся места я ускоряла. На ускорениях я вам рекомендую ставить видео на паузу клавишей пробел. Потом вы провязываете озвученный участок с вашей скоростью и снова включаете видео, нажав на клавишу пробел. Итак, приступаем к нашему мастер-классу. Начинаем вязать тело коровки. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. Второй ряд представляет собой 6 прибавок подряд. Прибавка – это когда в одну петлю предыдущего ряда провязывается 2 столбика без накида. Вводим крючок за обе стенки петли, подхватываем рабочую нить и провязываем первый столбик без накида и туда же второй столбик без накида. Это была прибавка номер 1. Обратите внимание, что кончик нити от кольца амигуруми я прокладываю вдоль вязания, чтобы он у меня ввязался и вязание не распустилось. Вяжем прибавку номер 2. В следующую петельку прибавка номер 3. В следующую прибавка номер 4. Прибавка номер 5. И прибавка номер 6. Всего по кругу у меня 12 столбиков. Вот у меня кончик нити ввязался достаточно, я его теперь убираю на изнанку. Чтобы следить за правильностью провязывания рядов, я буду использовать маркировочную нить. Вот обратите внимание, я просто ее перекинула вот так через вязание. У меня маркировочная нить будет показывать первую петлю следующего ряда. Третий ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, прибавка. Это называется раппорт. Раппорт можно повторять какое-то определенное количество раз. В данном случае мы повторяем столбик без накида, прибавка 6 раз. И в конце ряда у нас получится 18 столбиков по кругу. Итак, провязываем раппорт. Столбик без накида. Прибавка. Это был первый раз. Столбик без накида. Прибавка. Второй раз. Столбик без накида. Прибавка. Третий раз. Шестой раз. Обратите внимание, следующая петелька у нас отмечена маркировочной ниточкой, значит я все провязала правильно. У меня по кругу должно получиться 18 столбиков без накида. Раппорт состоит из 3 петелек,
Повторили мы его 6 раз. 6 на 3, 18. Проверяем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Если вы используете маркировочную нить, то пересчитывать количество петель по кругу не обязательно. Маркировочная ниточка и так покажет вам, правильно ли вы провязали этот ряд. Ее можно вытянуть и перекинуть еще раз. А можно просто перекинуть кончик на другую сторону и вытащить маркировочную нить уже в конце вязания. Обязательно помните, что маркировочная ниточка должна быть очень крепкой и обязательно гладкой, чтобы ее можно было потом легко удалить и чтобы она не оставила ворсинок на вашем полотне. Четвертый ряд провязываем по схеме. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. И в конце ряда получаем 24 столбика по кругу. Вот я провязала первый раппорт. Повторяем до конца ряда. Пятый ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида, прибавка. Повторяем этот раппорт 6 раз и в конце ряда получаем 30 столбиков по кругу. Вот смотрите, следующая петелька у меня отмечена маркером, значит я все провязала правильно. Я перебрасываю маркировочную нить на другую сторону. И шестой ряд провязываем по схеме 4 столбика без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз и в конце ряда получаем 36 столбиков по кругу. Седьмой ряд провязываем по схеме 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем эту комбинацию 6 раз. И в конце ряда получаем 42 столбика по кругу. Следующая петелька отмечена маркером. Значит, я все провязала правильно. Я перебрасываю ниточку теперь наперед. И с 8 по 11 ряд я провязываю без прибавок и убавок по 42 столбика по кругу. Сейчас у нас вот такой вот кусочек тела связан, это попа. И дальше мы начинаем делать убавки. Убавка это когда на двух столбиках предыдущего ряда провязывается только один столбик. Сейчас я покажу, как это делается. 12 ряд провязываем по схеме. 12 столбиков без накида, убавка. Этот раппорт повторяем 3 раза и в конце ряда останется 39 столбиков. Итак, провязываем 12 столбиков без накида по описанию. Дальше делаем убавку. Убавку делаем невидимую за передние стенки петель. Как это делается? Мы подхватываем на крючок только переднюю стенку петли. Вот смотрите, у петельки две стенки, передняя и задняя. Мы подхватываем только переднюю стенку петли. Следующая петелька также подхватываем только переднюю стенку петли. Провязываем вместе две передние стенки. И у нас на крючке образуются две петельки. И провязываем две петли с крючка. У нас было два столбика, получился один. Такую убавку практически не видно в вязании. Повторяем 12 столбиков без накида, убавка до конца ряда. Следующая петелька отмечена маркером, значит мы все сделали правильно. 13 и 14 ряд провязываем без прибавок и убавок по 39 столбиков по кругу. Провязан 14 ряд,
15 ряд провязываем по схеме 11 столбиков без накида, убавка. Повторяем этот раппорт 3 раза, и в конце ряда у нас по кругу останется 36 столбиков. Шестнадцатый, семнадцатый и восемнадцатый ряд провязываем без прибавок и убавок по 36 столбиков по кругу. Провязан 18 ряд, 19 ряд провязываем по схеме 16 столбиков без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза и в конце ряда получаем 34 столбика по кругу. Двадцатый ряд провязываем по схеме 15 столбиков без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 2 раза и по кругу останется 32 столбика. Двадцать первый ряд провязываем по схеме 6 столбиков без накида, убавка. Повторяем этот раппорт 4 раза и в конце ряда у нас по кругу останется 28 столбиков. Двадцать второй ряд провязываем по схеме 5 столбиков без накида, убавка. Повторяем этот раппорт 4 раза и в конце ряда остается 24 столбика по кругу. Двадцать третий ряд провязываем по схеме 4 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и в конце ряда получаем 20 столбиков по кругу. Двадцать четвертый ряд провязываем по схеме 3 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и в конце ряда получаем 16 столбиков по кругу. Сейчас нужно остановиться и набить игрушку синтепоном. Двадцать пятый ряд провязываем по схеме 2 столбика без накида, убавка. Повторяем эту комбинацию 4 раза и в конце ряда у нас останется 12 столбиков по кругу. Здесь будьте внимательны, аккуратно следите, чтобы у вас набивка не попадала в вязку. Это очень сильно портит готовую работу. Я пальцем аккуратненько отодвигаю набивочку по краю. Двадцать шестой ряд представляет собой 6 убавок подряд. В конце 26 ряда у нас по кругу останется 6 столбиков. Обрезаем ниточку, оставив небольшой хвостик. Я убираю маркировочную ниточку. Так. Теперь нам нужно закрыть отверстие за передние кромки петель. Я ввожу крючок в переднюю кромку петли следующей петли по ходу вязания. Подхватываю хвостик и вытягиваю его наружу. Следующая петелька. Точно так же ввожу за переднюю кромку, вытягиваю через нее хвостик. У нас как бы нанизываются на этот хвостик передние кромки всех оставшихся петель. Всего 6 штук. Нанизала и теперь тянем за хвостик, стягивая отверстие. В это отверстие вставляем самую большую иголочку, которая у вас есть. Вставляем в эту иголочку хвостик. И вот таким вот образом прячем хвостик внутрь игрушки. У меня игрушка слегка деформировалась, и я вот такими движениями аккуратненько ее расправляю. Все, тело коровки у меня вот такое.
Дальше будем приступать к вязанию головы. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 8 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. Так, я сразу же прокладываю маркировочную ниточку и ввязываем сразу же хвостик, не забываем про него. Второй ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, прибавка, четыре столбика без накида, и еще прибавка, столбик без накида до конца ряда. Следующая петелька у нас отмечена маркером, значит, я все провязала правильно. Третий ряд вяжем без прибавок и убавок, 10 столбиков по кругу. Перебрасываем маркировочную ниточку. Четвертый ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, прибавка. Два столбика без накида, две прибавки подряд. Два столбика без накида, прибавка. И еще до конца ряда нам нужно довязать один столбик без накида. Всего мы сделали 4 прибавки, и в конце ряда у нас по кругу получилось 14 столбиков. Пятый ряд провязываем по схеме. 5 столбиков без накида, прибавка. 2 столбика без накида, прибавка. И еще 5 столбиков без накида до конца ряда. Всего по кругу у нас получилось 16 столбиков. Шестой ряд провязываем по схеме. 6 столбиков без накида, прибавка. 2 столбика без накида, прибавка. И еще 6 столбиков без накида до конца ряда. Седьмой и восьмой ряд провязываем без прибавок и убавок по 18 столбиков по кругу. Девятый ряд провязываем по схеме. 3 столбика без накида, прибавка. 10 столбиков без накида, прибавка. И еще 3 столбика без накида до конца ряда. Всего по кругу у нас получилось 20 столбиков. Десятый ряд провязываем без прибавок и убавок 20 столбиков по кругу. Одиннадцатый ряд провязываем по схеме. Столбик без накида, убавка.
14 столбиков без накида, убавка. И еще до конца ряда вам нужно довязать 1 столбик без накида. 12 ряд провязываем по схеме: столбик без накида, убавка. Три столбика без накида, убавка. Два столбика без накида, убавка. Три столбика без накида, убавка. 1 столбик без накида до конца ряда. У нас по кругу осталось 14 столбиков. 13 ряд представляет собой 7 убавок подряд. В конце ряда у нас по кругу останется 7 столбиков. Набиваем голову синтепоном. Я убираю маркировочную ниточку. Ниточку можно уже отрезать, оставив хвостик. Дальше стягиваем отверстие за передние кромки петель. Всего у нас по кругу 7 передних кромок. Обратите внимание, голова у нас немножко асимметричная, и пришивать мы ее будем вот здесь. Мордочка чуть-чуть уходит вниз, и лоб чуть-чуть поднимается вверх. 4 ножки вяжем абсолютно одинаково, набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой внутрь кольца. Провязываем 5 столбиков без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. Со 2 по 4 ряд провязываем без прибавок и убавок по 5 столбиков по кругу. 2, 3, 4, 3 ряда по 5 столбиков. Мне нужно провязать 15 столбиков без накида. Я складываю 5 столбиков, довольно мало, складываю кольцо амигуруми пополам и очень аккуратно провязываю 5 столбиков. 5-й ряд провязываем по схеме: столбик без накида, прибавка, еще раз столбик без накида, прибавка, и завершаем ряд еще одним столбиком без накида. Мы сделали 2 прибавки, и по кругу у нас получилось 7 столбиков. 6-й ряд провязываем без прибавок и убавок 7 столбиков по кругу. Сглаживаем окончание ряда соединительной петелькой, обрезаем ниточку, оставив кончик для пришивания. И набиваем ножку синтепоном. При набивании следите за тем, чтобы у вас все ножки были одинаковой толщины, чтобы плотность набивки была одинаковой. Вяжем еще 3 такие лапки. Дальше делаем рожки. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 4 столбика без накида.
стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. Второй ряд вяжем без прибавок и убавок, 4 столбика по кругу. Я складываю колечко пополам, так удобнее провязывать маленькое количество столбиков. Я сглаживаю окончание ряда соединительной петелькой. Обрезаем ниточку, оставив кончик для пришивания. Набиваем рожки. Я вот так вот в качестве набивки положу туда кончик от нити. Вяжем вторую такую же рожку. И нам осталось связать ушки. Набрасываем на пальцы кольцо амигуруми. Фиксируем колечко воздушной петелькой. Внутрь кольца провязываем 4 столбика без накида. Стягиваем колечко так, чтобы не оставалось отверстия. Второй ряд провязываем по схеме прибавка, столбик без накида. И еще раз прибавка, столбик без накида. По кругу получится 6 столбиков. Третий ряд провязываем без прибавок и убавок 6 столбиков по кругу. Обрезаем ниточку, оставив кончик для пришивания. И закрываем отверстие за передние кромки петель. У нас по кругу должно быть 6 передних кромочек. Вот такое ушко у нас получилось. Вяжем второе такое же ушко. Дальше начинается очень интересный этап. Из всего вот этого мы должны будем сейчас собрать коровку. Со стороны, где у нас идет утолщение, у нас будет попа. Здесь у нас голова. Берем голову и смотрим. Там, где у нас идет вот такая вытянутая мордочка, это низ головы. Прикладываем вот так к телу. Я нанижу вот так голову. Так, теперь смотрим тело. Вот центр пузика. От кольца амигуруми отсчитываем 6 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И намечаем места, где мы будем пришивать задние лапки. Вот так. Так, теперь смотрим переднюю часть тела. Отступаем 7 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Точно так же намечаем места лапок. Есть. И сейчас я вам покажу, как пришивать детали игрушки потайными стежками. У нас по кругу 7 столбиков, значит, мы должны сделать 7 стежков. Накладываем вот так лапку, находим место, где у нас выходит ниточка. Вот. И в это место я делаю прокол. Делаю стежок в сторону по телу и нахожу следующую петельку, которую мне нужно подхватить на лапе. Возвращаю в тот же прокол иглу и смотрю, где у меня следующая стенка петли. Вот у меня следующая стенка петли. И рядом с ней я делаю прокол в
по телу. Так. Подхватываю эту петельку. Я уже удаляю булавочку, которая мне показывала место пришивания. Так, я подхватила петлю. Вот у меня выходит ниточка. Возвращаю туда же иглу. Делаю шажочек в сторону по телу до следующей петельки. Вот. И подхватываю петельку на лапке. Возвращаю иглу туда же. Делаю шажочек в сторону. Следующая петля на лапке. И возвращаю иглу в то же отверстие. Вот. Еще шажочек в сторону. Подхватываю обе стенки петли. Возвращаю иглу туда же и вывожу снова шажочек в сторону к следующим стенкам петли. Подхватываю. Так, одна лапка пришита. Еще хочу показать, как я прячу ниточки. Вот мне нужно сейчас кончик нити спрятать в игрушку. Я провожу иглу под столбиками без накида. Нужно подхватить не менее 5 столбиков. Тогда ниточка будет хорошо закреплена. Вручную иногда вытянуть бывает довольно сложно. Вот я сейчас еще пару столбиков протяну ниточку. Все, ниточка хорошо закреплена. Излишки нити можно обрезать. Аналогично пришиваем остальные лапки. Вот как пришились у меня лапки. Аналогично я пришила голову, пришивала дополнительной нитью. Здесь отсчитала от кольца амигуруми на носике 10 ряд и в 10 ряду пришила рожки, оставив между рожками 2 столбика без накида. Сразу же под рожками пришила ушки, буквально на 2 стежка. Вот они даже немножко шатаются. Получилась вот такая вот фигурка. И сейчас здесь я присоединю еще ниточку. Беру ниточку. Подхватываю один столбик. Подхватываю ниточку. Вот так. Здесь у меня 3 ниточки нанизаны на хвостик. Я их вот так разделяю и заплетаю в косичку. Завязываю узелок из самых длинных ниточек на хвосте. И формирую кисточку, разделяя кончики нитей на волокна. Дальше начинается самое интересное. Изначально я хотела сделать корову белую в черных пятнах, но прибежал мой ребенок и сообщил мне: мама, что ты не в тренде. Сейчас очень популярны коровы Strasbury Cow. То есть они или розовые, точнее белые в розовую пятнышку, или белые в голубую пятнышку. И вот ребенок мне тут нарисовал 3 художественными маркерами разные оттенки. И вот мы как-то с ней решили, что нам нужна вот такая вот розоватая корова. Попробовали на кусочках нитей. И сейчас я буду ваять вот таким цветом. Вот так просматривается маркер. Приступаем. Это самое интересное, самое великолепная часть работы над коровкой. Если вы переживаете, боитесь и никогда ничем не тонировали игрушку, начинайте с копыт. Набьете руку, посмотрите, как ложится маркер
на конкретную пряжу. Вот такая коровка с розовыми пятнышками у меня получилась. Она толстенькая, смешная, с вот такой большущей попкой. Я вышила ноздри буквально по паре стежков. Первый раз я пыталась ноздри нарисовать, испортила игрушку. Мне пришлось перевязывать голову, перепришивать рожки и ушки. Поэтому сразу предупреждаю, что гораздо удачнее и красивее, если их просто вышить. Над глазками один стежок черным цветом и под глазиком один стежок белым цветом дает красивые глазки. Вот и немножко такая косой ротик, улыбочка. Вот. Если вам понравился этот мастер-класс, не забудьте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До новых встреч!